Твойнефтекамск.рф. Новости города. Форум. Доска бесплатных объявлений. Барахолка. Пиши по-русски. Твойнефтекамск.рф. С 1 апреля трудовые пенсии повышаются на 3,3%. Как это определить? Всем пенсионерам приносят вот доставщики такое поручение. В поручении в первой строке это у них трудовая пенсия. Написана сумма, например, 9 тысяч. Вот эти 9 тысяч нужно умножить на 1,033 и получит, насколько они увеличатся с 1 апреля. Помимо этого, с 1 апреля будет повышение ежемесячной денежной выплаты на 5,5%. Кто у нас его получает? Ежемесячную выплату у нас получают все виды инвалидов, дети-инвалиды, инвалиды первой, второй, третьей группы, также участники боевых действий. Вот у них второй строчкой после трудовой пенсии стоит ежемесячная денежная выплата. Та сумма, которая там написана, например, 1536 рублей для третьей группы было, его надо умножить на 1,055. Помимо этого, у нас есть категория получателей пенсии, которые две пенсии получают. Это инвалиды Великой Отечественной войны и чернобыльцы. Повышение у них с 1 апреля будет и первой, и второй пенсии. То есть обе пенсии повышаются. Изменения индексации, они уже произведены. С 3 апреля все начнут получать пенсии в новых размерах.